enough. Встал. Начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, заткни его! Говори, что знаешь. Быстро. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Первый съезд со Skyline в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там.
Вот и славно. Мередит Стаут, ты звонила, правильно? Думала, ты меня шантажировать будешь, сука! Условия ставить! Давай свои условия! Господи, Мередит! Хлебало завали! Эта херня готова? Так точно. А теперь отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут одна? Ага, тут только я. Это правда. Проверьте территорию. Теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик. Энтони Гилкрест. Он слил тебе инфу по конвою. Гилкрест? Я его первый раз вижу. Не врет. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил! Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса! Господи Иисусе! Заткните его! Выпусти меня, пока я... Ее можешь отпустить. Хочу послушать, что она скажет. А сразу так нельзя было. Заткнись. Чего тебе от меня нужно? Мне нужен бот. Модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, я сдам налетчиков. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой, а могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им ты будешь нашими деньгами. Серьезно? Знаешь что, Стаут? Я внезапно передумала. Зря. Очень зря. Тебе пизда, Стаут! Тебя просто разъебу! И тебя, и всех, кто под тобой ходит! Слышите, парни? Ты.
рассказывай, что нарыло. Тибак там жива? Ты ей не звонил? Жива. Она в теме, рвется в бой. Уже готовится. Они с Дексом уже работали, до того, как он ушел на каникулы. Долго ждал? Мимадре всегда говорит, терпение вознаграждается. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их оле. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Думаю, по-хорошему не получится. Это же мальстрём. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. Ну что, хромовый ад? Дай мне минуту. Ладно, скажи, когда будешь готова. Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с мальстрёмом хуй просышь. Звони, пусть открывают. Я вас не знаю. Блядь, дверь открой. Ага, сейчас. Вам, блядь, назначено? У меня в календаре ничего нет. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Да, уютно тут. Пару фикусов бы еще. Они хорошо подготовились. Уёбки, блядь. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Игрушки от Милитеха. Банда психопатов с армейскими приблудами на пару миллионов. Чуть моя жопа будет весело. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Спокойно. Они нас просто пугают. Заходи в лифт, ты овца! Спокойно, Ви. Не залупайся. Мы на их территории. Чего вам надо? Ты, блядь, глухая? Мне нужен Ройс. У меня с ним сделка. Мистер Ройс пока что занят. Говори, что надо. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум.
На диван, бля, быром. Ты, блядь, глухая! Тебе чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Господи, Джек, ты чего? Примерито? Мне не нравится его тон. Секунду. Сидя, намного сложнее увернуться. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Джек, просто сядь. Это плохо кончится, но... Сука. Ну, заебись. Чё такая хмурая? Улыбнись. Дунь. Что дуешь? Скан, чистый, как детская присыпка. Черная дурь? Ее ж нигде не достать. Хорошие у вас каналы. Какой эффект? Поднимает адреналин и эндорфины, поэтому ты не чувствуешь боль. Кошмарит так, что похоже на психоз. Ее давали солдатам во время корпоративных войн. Киберпсихи ей закидываются, как конфетами. Если испарять, эффект тот же, только чище. Давай, не бзди! Не употребляю. Ну и пожалуйста, пизда тупая. Вот он, Болт, модель НТ-0-Д-1-2. А Милитех его искать не будет? Да насрать, пусть ищут сколько хотят. Мы стерли у Болта серийный номер и переназначили админские права. Так что если уж он твой, то он твой. Дай заценить. Да пожалуйста. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку... Можно и блевануть. Ну как тебе? Ворон вроде как не фабричный контроллер для Болта. Ха! Нет, конечно. Контроллеры Милитеха подключены к их системам. Ты же не хочешь, чтобы они узнали, кто бегает с их краденным добром? Ворон — наша работа. Исправленная нейронная синхронизация, никакой слежки. Я бы вообще его продавал. Да, мы его берем. Очень хорошо. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Погоди, нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи заплатить два раза, заплатишь два раза. Условия простые. Нужен Болт. Показывай, Энди. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Ты так и не сказала, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон!
жердяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив? Вот эта стрёмная сука! Пиздец тебе! Вали в них! Вали, твари! Муэрта, каброн! Сдохнет, мерда! Нас отрезало! Забирай боты и контроллер. Только побыстрее. Надо понять, как отсюда выбраться. Наши. И бот, и контроллер. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Блять, ебаное мясо! А, сейчас весь провоняю! Это ж конвейер. Вообще, я думала, ты любишь мясо. Бля, точно нет другого пути. Работает. Пошли. Аманос.
дамы и господа! Джеки Уэллс! Иди ко мне, деточка! Я буря непробиваемый! Обнулил, сука! Игры кончились! Давай, налетай! Блядь! Уже еле-еле держится! Ищите и обрящите, Кавронос! Давай, налетай! Что тебе, пиздец? Чингада Матра! Теперь чисто. Ну вот и все. Стой, стой! Выпусти меня! А, я его знаю! Это Брик! Решай, Ви. Что с этим будем делать? Вот же уроды. Гнев! Ярость! Бойня! Врут! Отдайся инстинктам! Блумун, Рэдмэн, Стортл Форс, это Аскрэкс! Они взорвали Токио, Сидней и Париж! И теперь направляется к вам. Трепещи, Найтси! Йо-йо-йо, чумперы, нюхеры и пахеры, я мистер Уайти! Хватит жевать пи... Ага, детонатор. Боже, я думал, никогда, блядь, не дождусь. Мы здесь вроде как из-за тебя. Забирали бота, которого купил Декстер. Он сказал вам мне помочь? Нет, забрать товар. В этом весь Декс. Долго ты там сидел? Сколько-то дней, не знаю.
Мои люди попытались мне помочь, приносили всякое. Ройс всех кинул в микроволновую сушилку и заставил меня смотреть. Похоже, мы спасли тебе жизнь. Ты нам должен, Умбре. Господи, притормозите, а? Все свои долги я верну. Но не прямо же сейчас. Сочтемся, если еще потом встретимся. Уверен, вид у тебя не очень. Я у себя дома. Обо мне не беспокойтесь. Перезаряжаю! Тут все просматривается.
поебаться! Эй, тут камеры! Ищите и обрящите, Кавронос! Да ну подождем! Да мы не такие уж и злые! Выходи! Деньга утра! Стреляй, Ви! Я пуля непробиваемый! Прячется! Найди ее! Пойду обходным путем! Знаешь, на кого залупаешься? Сейчас мы всем покажем, Чика. Эй, вы меня решили в расход пустить! Тебя слышу, ну, вроде бы все. Сейчас начнется.
Спрячься быстро. Надо выбираться. У них эти дроны в каждой дыре. Давай за ворота. Там поговорим. Сучка из Милитеха? Думала, мы больше не встретимся, да? Наивная соплячка. Окей, и что теперь? Я бы проверила, что вы тут делали. Сегодня я хотела наказать Ройса по справедливости. Без тебя у меня ничего бы не получилось. Оставь себе болта, и мы в расчете. Проверить периметр. Отцепить район. Знаешь, нам пора, Мамита. Нифига себе, Ви. Я думал, мы оттуда уже не выйдем. Спасибо, Джек. Ты крутой. Ну, ты тоже. А что такое-то? С тобой все нормально? Да просто хотела... Короче, мы хорошие напарники. Мне нравится, как мы работаем. Мне тоже, Ви. Мне тоже. Эй, дай знать Дексу, что болт у нас. Потом предлагаю завалиться в посмертие и обмыть это дело. Аллой, Губи. Как дела на фронтах, мисс Ви? Бот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет Милитеха? Само собой были проблемы. Ройс нахую вертел твой договор с Бриком? Как ты его уломала? С помощью корпоратки? Я видела Стаут. И что? И мы с ней не сработались. Бедная Мередит. Наверняка ее вызвали на ковер после вашего неудачного свидания. Так как ты сумела убедить Ройса расстаться с болтом? Единственным способом, который всегда работает. Силой. Ты крепкий орешек, мисс Ви. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ, то есть забрать биочип. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду.
До свидания. Я tengo planes para esta noche. Virgen Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Уже не работаю, солнышко. Я también te quiero, ma. Проваливай, попрошайка! Блять, наконец-то, чика.
Что нового у сеньоры Уэллс? Да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Да. Надо же. Мы, считай, в высшей лиге. Выше нее ничего нет, Чумба. И знаешь, что я тебе скажу? Мы это заслужили, Чика. Готова пить шампанское? Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь? Серьезно? Что? Это ж я тебе об этом рассказала. Чё, правда? Давно, наверное, это было. Вы кто такие, детки? Я Ви, а это Джеки Уэллс. Да что ты? И мне это что-то скажет? Скоро скажет. Мы пришли к Дексу. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да. Ну, ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Йехо. Вот оно. Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест. Бо-бо. Садитесь, я сейчас. Может, даже Морган Блэкхенд. Сидели на этих стульях. Наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Я ничего. Реально? А, давай отпразднуем. Угощаю. Чинга да мадре. Ладно, как хочешь. Текил олд фэшн. Плесни туда пиво и добавь чили. То есть один Джонни Сильверхенд. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. О чем вообще разговор? У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. А сколько лет по смерти? Полвека? Больше. Я точно не помню. Это, наверное, самый старый клуб в Найт-Сити. И самый уважаемый. Это тоже важно. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задании. Херасе, какая красивая традиция. Высоковатая цена за коктейль. Все равно ж придется помирать. Так тебя хотя бы запомнят. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дешон вас ждет. Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его 2 года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да?
Ну, не знаю, где он там гулял, но пару кило точно скинул. Может, туда просто пиццу не доставляли? Ни пуха, ни пера. К черту. Идемте. Ох и здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Эстепинчет типо. Да, Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мисс Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе! Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше, уже хорошо. Мэрия нас еще благодарить должна. Хорошая комнатка, звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос, мисс Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказала. Погуляла по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник Императора. Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Честно говоря, эта Паркер показалась мне странной. Что-то с ней не так. В один вечер она пьет шампанское с Юринобу, а в другой уже братается со всеми в Лизис. Одно с другим не сходится. Я тоже заметила. Мы все тут можем сложить 2 и 2. И если выходит 5, значит, что-то от нас ускользает. Вот для этого и нужен фиксер. Если кто-то захочет вас поиметь, на его пути окажется мой каменный зад. Что-то еще? Я поняла, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет, ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Юринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Как нам попасть в пентхаус? У Юринобы почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отеля круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение.
Тут как раз в игру вступает болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Ханна Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия. У вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Мы едем Деламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надо маль. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план, но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Я узнала все, что хотела. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Да ну, Декс, как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетраннера и информацию? Хотите дальше торговаться? Джек прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем 30%. Ладно, 35 и не процентом больше. Договорились. Конфликт исчерпан. Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на стороже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Ты давно знакома с Дексом? А что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готова ехать? Мне надо еще кое с чем разобраться. Sin problemas. Встретимся у Деламейна. Только переоденься.
Ты думал, фиксеров можно наебывать? Нормальный способ. Она опять достала не всю инфу, сука. Ну, знаем мы, сколько у них оружия. Да хуя! А толку, если непонятно, сколько их сидит в этом бункере. Все на мазь. Ладно. Есть вопрос. Но зато есть жар.
когти придут за оплатой. Я только что получила сообщение. Вот сука. Блять. Не трогай меня. Плохая неделя. Сначала ребенок заболел. Потом разборки этих всех людей разобрали. Может, мне простят, а? Я же всегда плачу вовремя. С каждым может случиться. Ты не разговаривай, а иди собирай деньги. Займи, укради, что хочешь. Вырежи у себя импланты, продай почку. Иначе они нас всех накажут. Понимаешь? Как дело идет? Мусорщики вас тут сильно донимают? Когда как. Иногда да, иногда нет. Но им хватает ума не связываться лично со мной. Я подыскиваю себе новое оружие. Есть что-нибудь хорошее? А то. Полные ящики хорошего. Никола! Вкус любви! Не продает.
Вали, а то покупателей распугаешь. А я кто? Не покупатель? У меня и деньги есть. Вали, давай, выходи. Это как получается? Каждый встречный может сюда завалиться и купить себе какой-нибудь мегавирус? Почему не каждый? Официально мы просто чиним кибердеки. Но если ты придешь по рекомендации и внятно объяснишь, что тебе нужно, думаю, мы сможем договориться. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты Вида? Она просила отдать тебе демона. Должен работать на всех деках третьего поколения. У меня амелитеховская паралайн. Справится. Хорошая дека для начинающих. Окей, еще один демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа, если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму. Я бы попробовала на твоем месте.
Эй, не разменяешь мне сотню по 50? Привет. Ну, разменяй. Мне сдачу давать нечего. Ого, ты здоровенный. Не часто встретишь рипера с вот такой органической фигурой. Мозг функционирует лучше в связке с родной, не синтетической мускулатурой. Мало кто это понимает. Заменишь хотя бы одну руку и сразу просядешь в плане рефлексов и общего тонуса. От имплантов больше вреда, чем пользы. Не растеряй клиентов с такой рекламой. Да ну брось. Клиенты на это дело всегда найдутся. Хочу что-нибудь обновить. Ну что, давай тебя перепаяем.
Понятно. 80 ньютон-метров. С такой мощностью тачка в секунду выйдет на взлетную скорость. Песок невероятно чувствительный. Здравствуйте. Мне должна была прийти посылка. Будьте деспасио! Сейчас проверю. Все? Точно? Там целая коробка... Thank you.